Медведь возник буквально на ровном месте, и причина тому самая безобидная – рык Венома. Фишка Зайналова не понравилась Езиду, который услышал не отрыжку. Не-не, подожди, я хочу узнать, ты сейчас рыгнул или что сделал? Нет. Что, гонишь, нет, что ли? Нет. Я не гоню, ты о чем ты говоришь, гонишь? Я тебе вопрос задал, ты рыгнул сейчас только что или что? Да нет, это мерзкие вопросы задаешь. Захар, не, мне это показалось, тебе задал вопрос, мне показалось? Захар, тебе показалось, да. Да. Это он всегда так делает. А что ты мне говоришь, гонишь, не гонишь? Зачем такие вещи мне говоришь? Да что ты мне прорыгнул? Не, подожди, я это услышал только что. Парни. По итогу, слово за слово, между ними возникла перепалка, приведшая к нескольким ударам в исполнении пробудившегося Венома в теле Зайналова. У Амаи открылась серьезная сечка и залила его кровью. Своим исполнением мага не только отхватил дисквалификацию, но и сорвал предстоящий бой Захара против Амагаева. Не отрицая, что Веном в этой ситуации поступил неправильно, однако меня не покидает чувство, что Езид сам нарывается на конфликт, как это было и в истории с Кириллом Черняевым. Что вы сами думаете об этом? В дополнение отмечу, в моменте данного инцидента хейта навалили и товарищу по команде Захара Хадису Ибрагимову за его бездействие в этом кипише. Как считаете, справедливо ли? Смещаемся уже на конференцию Лиги «Наше дело», где было не менее жарко. Старший перс Али Хайбати устроил драку сразу с тремя старожилами индустрии – Артемом Тарасовым, Назиром Волейболистом и Алексеем Сушистом. Последнего Али даже ударил ногой в голову, что называется, в крысу, когда тот находился на полу. Естественно, поступок Хайбати многие подвергли осуждению, ведь он мог нанести серьезную травму, вплоть до летального исхода, попади он, например, в затылок. Однако Али не видит повода критики в свой адрес и даже заявил, что гордится этим поступком. Я вообще не могу понять людей, которые там пишут «Али крыса» или «Кто не лайкнет, тот Али». Что там за отсутствие, за присутствие? Потому что я ударил, ну, пнул этого Сушиста, как кусок говна. Вы просто не видели, как этот человек сам кинулся на меня без причин, сам оскорбляет меня, когда я ему отвечаю, начинает кидаться на меня, меня ударит. А я не такой человек, чтобы остаться в долгу. Все, люди что-то мне в адрес мой что-то скажут или ударят, я вдвойне им верну. Так что я просто жалею, что дважды, трижды не пнул этого Сушиста, как кусок говна. И его шайку, это Тарасика и Назира. Так что я горжусь своим поступком. Дайте свою оценку действиям и словам старшего перса. Самый красивый, самый сильный, самый богатый и самый успешный мужчина в нашей индустрии. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подписывайтесь.